Ну, давайте тогда сразу покажите первый слайд, пожалуйста. Значит, речь пойдет о довольно известном кодексе, довольно известном как медиевистам вообще, так и историкам-русистам, но по разным совершенно причинам. Значит, так называемая псалтирия Эгберта, как это у медиевистов принято, или кодексе Гертруда, или как это принято больше у историков, занимающихся историей Руси и Польши и русско-польских отношений XI столетия. Но для начала, может быть, несколько слов о самой этой прекрасной рукописи. Это действительно псалтирь в своей основной части, псалтирь такого очень аккуратного, красивого, даже роскошного, я бы сказал, позднекаролинского письма, это рубеж IX-X веков, некогда принадлежавшая Трирскому архиепископу Эгберту, отсюда еще и Эгбертинская псалтирь, другое название манускрипта. Значит, роскошно иллюминированная, вот как раз начало, собственно, псалтири. Одна из этих миниатюр, изображающая царя Давида, и начало вот первого псалма, буквица такая, «Баатус вир», следующий слайд, пожалуйста, «Квинон абиит», «In concilio impiorum», ну и так далее, да, «Блажен муж, не идущий на совет нечестивых». Вот пример письма из, собственно, Эгбертинской псалтири. Очень красиво все, с никакой экономией пергамена, поэтому время от времени перед миниатюрами, перед началом следующего псалма, если этот псалом сопровождался вот такой выходной миниатюрой, это очень часто бывает. Следующий, пожалуйста. Оставались чистые листы. То есть это был манускрипт, в котором было достаточное количество пространства свободного, как после окончания одного из псалмов до начала следующего, так и, может быть, даже несколько чистые страницы, если псалом начинался с миниатюры. Так вот, при неизвестных обстоятельствах, невыясненных, эта рукопись в какой-то момент оказалась во владении дочери польского короля Мешка II, Гертруды, которая, как известно, была женой киевского князя Изяслава Ярославича, одного из старших сыновей Ярослава Мудрого, женой первой и единственной. Вот. И случилось так, что Гертруда была дамой весьма набожной, и очевидно, так сказать, даже склонной к рукописанию. Вот. И вот эти свободные места на полях, иногда даже очень узких маргиналиях, этой рукописи оказались во многом заполнены тем, что сейчас историки называют молитвами Гертруды. То есть это, так сказать, принадлежащие самой Гертруде тексты, оригинальные молитвенные тексты, может быть, даже записанные, повторяю, ее собственной рукой, тут окончательный вопрос, окончательный ответ дать трудно, да, это может быть и не так важно. Вот. И это, собственно говоря, и делает эту рукопись исключительно интересной для историка Руси. Написано все это, естественно, по латыни, и также снабжено некоторым количеством миниатюр, но уже совсем другого, естественно, письма, такого паравизантийского. Вот первая из этих миниатюр и первая из молитв Гертруды. Значит, изображает апостола Петра, плохо, так не совсем хорошо сохранившаяся и маловыразительная фигура княгини Гертруды, припадающей к стопе первого апостола. Что? Ну, увеличить-то можно, толку от этого большого не будет. Да, вот видите, так, скорченная фигурка.
И более отчетливо, значит, фигура самого Ярополка, ее сына от Изяслава, и немки Кунигунды, жены Ярополка. И там некогда существовали надписи, они сейчас очень плохо читаются. Вот у фигуры Гертруды мы еще видим остатки кириллической надписи «Матер», «Мать Ярополча». Вот. И греческая надпись «Годикайос Ярополк», «Ярополк» кириллическими буквами написано. Значит, она читается сейчас уже на изображении очень плохо. Правильно, Ярополк. Ну вот. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот другие миниатюры вот этого ряда уже Гертрудинова. Вот они так, Рождество Христово и распятие. Есть еще и другие. Следующий, пожалуйста. Вот. И вот тоже одна очень известная миниатюра из этого ряда. Спаситель, коронующий того же самого Ярополка Петра и вот Кунигунду Ирину, его немецкую супругу. Следующий, пожалуйста. Вот, значит, уже пример, как миниатюры Гертрудинова заказа, так уже, видите, снизу и под миниатюрой, и под текстом, более мелким шрифтом, идет уже одна из первых молитв Гертруды. Ну, слева, конечно, это скоропись 16-го столетия, а вот более мелкий шрифт внизу. Так вот, какая же проблема возникает в связи с молитвенником Гертруды, и по какой причине, значит, этот памятник очень важен? Не только сам по себе, естественно, и искусствоведы много занимались, и псалтырии, и литургисты, а именно в генеалогическом, в династическом контексте. Дело в том, что в самих этих молитвах неоднократно упоминается Ярополк. Собственно говоря, уже из миниатюры видно, что фигура Ярополка наряду с Гертрудой является одной из центральных вот для заказчицы этой рукописи. Неоднократно в тексте молитв она называет, 6 раз, если быть точнее, она называет Ярополка своим единственным сыном. Уникус филиус меус, так сказать, молится Петру, Богоматери, другим святым, значит, вот за своего единственного сына Ярополка. И вот это вот ясное свидетельство текста, принадлежащего самой Гертруде, вот, оно, естественно, наводило историков на мысль о том, как же быть. Ведь нам известно, что у Изяслава Ярославича было больше сыновей, чем только Ярополк. По крайней мере, вот Святополк Изяславич, побывавший до Мономаха на Киевском столе, безусловно, таковым являлся. Ну и вот, соответственно, возникло подозрение, что Святополк Изяславич не был сыном Изяслава от Гертруды, а был вот тем самым Рабичичем, о которых уже, так сказать, вот сегодня шла речь в других контекстах. Вот, но я, это, так сказать, такой слабый мостик, который перекидывается к предыдущим докладам, но я-то, собственно, не об этом хочу говорить сегодня, хотя мотив для того, чтобы заняться кодексом Гертруды, был именно такой. Следующий покажите, пожалуйста, слайд. Следующий. Ага, ну вот. Значит, повод другой, что все-таки доминирующие в историографии пока, не потому что она лучше аргументирована, а просто вот так случается в историографии нередко, остается точка зрения, что все-таки Святополк и Ярополк были сыновьями Гертруды. Вот, и та самая святополча мать, которая умерла по летописи в 1108 году, и та самая мать святополча, которая киевская граффити знаменитая фиксирует, софийская, это тоже Гертруда, точно так же, как Ярополча мать, которую взял в плен Мономах в 1075 году,
Вот, и мать Ярополча, которая вот под этим же именем, мать странным, не по отцу, то есть не по мужу, а именно по сыну, фигурирует и на миниатюре кодекса Гертруда. Мы видим, как Святополк, то есть мать Святополка называется по сыну, и мать Ярополка тоже называется по сыну, и очень хочется, так сказать, все-таки усомниться в том, что это была одна и та же дама. Но, тем не менее, повторяю, это, в этом убеждении историография пока живет. И одним из таких наиболее сильных, может быть, аргументов в пользу вот этой вот традиционной точки зрения о происхождении Святополка Изяславича является судьба кодекса Гертруда, который, собственно говоря, является предметом моего сообщения сегодняшнего. Действительно, по совершенно независимым от русской истории источникам, от летописей, мы знаем, что примерно в конце 1130-х годов, не примерно, я могу сказать даже точнее, но это уже выведенная мной дата, зимой 1138 на 1139 год, дочь польского князя Болеслава III Кривоуста, вот второго брака с Соломеей Вербской, а первым браком, напоминаю, Болеслав был женат на Святополковне. Так вот, эта самая Гертруда, дочь Соломеи и Болеслава, была отвезена в Цвифальтенский монастырь в Швабии, и там пострижена. И по цвифальтенским хроникальным источникам известно, что, среди прочего, добра, которое княжна привезла с собой в монастырь, была псалтирь роскошного письма. Она, правда, никак не идентифицируется как Эгбертова, но очень сильное желание, так сказать, посчитать, что это одна и та же книга. Почему? Следующий, пожалуйста, слайд. Еще следующий, пожалуйста. Значит, тогда откройте генеалогическую таблицу следующую, пожалуйста. Вот. Почему? Потому что есть приписка позднейшая к этой Эгбертинской псалтыри, где, сказать, вот финал ее судьбы зафиксирован. А финал такой. Написано, что Елизавета, вдова тюрингенского ландграфа Людовика или Людвига IV, если угодно, будущая святая Елизавета Тюрингенская, по совету своего дяди, патриарха Аквилейского Бертольда, вложила эту псалтирь в тот самый, так сказать, капитул в Чевидале, где она сохраняется и до сих пор. Где она сохраняется до сих пор? Соответственно, значит, Елизавета, будучи дочерью, происходя вот из этого Андекс-Миранского или Андекс-Диссенского графского дома, по матери своей Гертруде, жене венгерского короля Андрея II, значит, вот такой вот перебрасывает тоненький мостик к очень любопытной части кодекса Гертруды, а именно к поминнику. Там есть святцы, которым сделаны святцы такие стандартные. Ведется спор в науке о их происхождении, так сказать, пражского они происхождения, краковского ли, там святой Вячеслав внесен, там и прочие вещи. Но это нам не интересно. Нам интереснее то, что к этому стандартному календарю. Теперь вернитесь, пожалуйста, к предыдущим слайдам. Есть приписки позднейшие. Значит, календарь этот 11 века, совершенно ясно. Календарь сам золотом сделан, и вот черные приписочки такие. Дипольдус Мархио, например, написано.
Вот, правее, пожалуйста, следующее. Не надо увеличивать. Хочется, чтобы все было. Вот, София, там следующую, пожалуйста. Или предыдущую. Вот, Соломея Дуциса, видите, в нижнем углу? Вот это и есть та самая Соломея, вдова Болеслава III, которая эту Гертруду и отправила в монастырь. Короче говоря, большая часть этих приписок к календарю давно уже расшифрована была Зауэрландом в начале, в книге еще, так сказать, в начале 20 века вышедшей. И то, что было сделано после него, это, так сказать, скорее привнесение дополнительных ошибок в атрибуцию Зауэрланда, чем, так сказать, вот развитие какой-то новой этих идентификаций. Но ясно совершенно, что вот эти вот в основной своей массе эти приписки как-то связаны с Соломеей и ее роднёй. И, значит, вот, соответственно, среди этих приписок есть и три фигуры из графов Андекс, из персонажей из Андекс-Диссонского семейства, потомком которого являлась вот святая Елизавета Тюрингенская, которая, собственно, и вложила кодекс Чевидаль. Эти на той генеалогической карте, пожалуйста, вернитесь к генеалогической карте первой. Вот жирным шрифтом выделены те три персонажа, которые, значит, в календаре есть. Идентификации эти жесткие, потому что они проводятся при сличении с другими синодиками и некрологами. Их в достаточно большом количестве существуют, они швабские и западно-баварские. И по датам кончины, значит, эти персонажи, они твердо устанавливаются. Значит, понятно, каким образом, значит, почему вот эти персонажи Андекс-Диссонского семейства могли здесь оказаться. Каким образом, если, так сказать, Соломея, если круг родственников Соломеи в основе приписок к календарю. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот оказывается действительно, что существуют такие генеалогические генеалогический перешеек, который связывает Соломею с Андекс-Диссонским домом. Дело в том, что ее брат Дипольд был женат на даме из Андекс-Диссонского семейства. И таким образом вроде бы получается, а вот здесь вот, как видите, тоже полужирным выделены те персонажи, которые есть в календаре. Среди приписок. Значит, есть сама Соломея, есть ее сестра, старшая Рехинца, женатая на чешском князе Владиславе I. Есть, значит, ее брат, бергский граф Генрих II со своей супругой. Есть отец и мать, и даже дед, бергский граф Попон. Вот. Но, естественно, есть муж Болеслав III, поскольку он скончался ранее самой Соломеи. Казалось бы, все замечательно, и это только, собственно говоря, вот почему это и служит подтверждением традиционной гипотезы. То есть либо сама Соломея, либо Гизела, значит, ее дочь, постриженная в Сефальтинском монастыре, сделала вот комплекс этих вот, собственно, бергских записей, потому что Соломея происходила из рода швабского рода графа фон Берг, очень малоизвестного, и почему, собственно говоря, Болеслав женился на графине фон Берг, это большая проблема, и она очень важная для нас, и я об этом поговорю, с вашего позволения, чуть позже. И дальше вот справа через Гизелу, значит, Андекс-Диссены, примерно современные этого же времени, первой половины XI века. И получается, значит, все очень хорошо. Значит, кто-то, либо Гизела сама, скорее всего, завещала, значит, псалтирь своей тетке и тезке Гизеле, через которую она указалась у Андекс-Диссенов, а потом, значит, в роду Андекс-Диссенов дошла до Чевидали. И все понятно. И, казалось бы, понятно настолько, что это многих историков...
побуждало на некоторую такую билетаризацию сюжета. Вот в известной статье Валентина Лавренча Янина о Гертруде, о этом граффити об Алисаве Гертруде, мы можем буквально следующее прочитать. «Я живо, я, то есть историк Валентин Лавренч, живо представляю себе, как престарелая, значит, мать Святополка в 1103 году, когда, значит, вот Святополковну ведут замуж за Болеслава III, благословляя, значит, вот уходящую в страну латынской веры свою внучку, вот этой вот своей псалтирью, ну и дальше, значит, вот она оказывается у второй жены Болеслава по наследству и так далее, значит, вот по писанному. И вот все было бы хорошо, если бы дело ограничивалось в календаре только вот этими двумя группами записей. Но там присутствует еще одна группа хорошо идентифицируемых записей. Следующая, пожалуйста. А вот, это... Нет, это не то. Нет, еще, пожалуйста. Вот там, где Дипольдинги. Вот. Это имена, связанные с родом так называемых Дипольдингов или Рапотонов, по-разному называют их. Это марграфы Баварской Северной Марки. Баварской Северной Марки тоже очень такое заметное образование на баварско-чешской границе, исполнявшие ту же роль, что вот саксонские марки на чешско-польской, значительно более многочисленные. Только Дипольд III вот был фигурой имперского масштаба в этом смысле, который полвека эту должность занимал с 1099 года. Так вот, оказывается, что есть там и Дипольд III, современник Соломеи, вот, и, значит, его отец и мать. Вот эти-то персонажи как туда попали? И в какой связи они находятся с родом графа фон Берг, с Болеславом III или, так сказать, с Сандексмиранами? Никакой связи, значит, такой вот как-то ни в историографии, ни в источниках не улавливается. И вообще, значит, вот тут мы покидаем почву литературы и вступаем на целину, потому что, значит, вот то, о чем я буду сейчас говорить, это вот нигде не написано. И эти персонажи никак, в общем-то, не объясняются. Их присутствие в синодике, более того, даже сами идентификации в историографии путаются, но я не буду останавливаться на идентификациях, поверьте мне на слово, что они абсолютно жесткие, что вот это вот типа второе, это вот и так далее, Людгарда, это его жена и так далее. И даже в самих идентификациях путается литература, потому что непонятно действительно, как эти персонажи из этого рода могли сюда забрести. И вот тут мы должны задуматься вообще вот как раз о том, о чем я уже, на что я уже кратко намекнул, почему, собственно говоря, род графов фон Берг в это время, в первой половине, в первой трети, даже в первой четверти, скажем так, 12-го столетия вдруг приобретает такое международное значение династическое, потому что и Болеслав III вторым браком женится на графини фон Берг, собственно, на дочери вот Генриха Бергского. И Владислав I чешский женится на дочери. И брат Владислава родной, моравский князь Атон II, тоже женится, значит, на графине Бергской. На трех сестрах они женаты. И все это происходит примерно одновременно. Что это такое? Что за графи фон Берг такие, которые, значит, вот вдруг откуда-то не возьмись, как черт из табакерки выскочили на арену международной политики, да еще на таком высоком уровне? Вот. Вот ответа на этот вопрос в историографии, в литературе нет. И как ни странно. Хотя, казалось бы, он должен стать перед всяким историком, который занимается, значит, вот и международной политикой Примысловича, и Пястов, значит, Примысловича как моравских, так и пражских. Нет ответа. Ну вот и в поисках его надо присмотреться к фигуре Дипольда III. Что это вот за персонаж такой? И действительно, когда мы... Да, теперь сначала чуть-чуть, простите, о последовательности браков этих сестер. Значит, первый, она устанавливается с достаточной определенностью. Первый выходит замуж за Владислава I Рехинца, наиболее старшая, потом за Атона II, значит, выходит ее
сестра София, и, наконец, третий и последний выходит замуж Соломея за Болеслава III. Значит, это происходит примерно в 1109-10 году, около 1114 года и, очевидно, 1114-1115. Вот эти даты. И вот, когда мы присмотримся к событиям этого времени в чешско-немецких отношениях, мы увидим, что фигура Дипольда III здесь играет абсолютно ключевую роль. Вот в той активной немецко-чешской коллизии, которая разворачивается вокруг сначала Боржевое II, пражского князя, а потом Владислава I, который сменяет его на пражском столе в 1109 году, мы видим, что Дипольд III там в двух случаях, фиксированных и немецкими, и чешскими источниками, хроникой Козьмы Пражского, прямо назван как главный мотор и проводник немецкой политики в отношении Праги. Так что Владислав I, заключая мир с Германией сразу после своего княжения в 1109 году, ему, естественно, вполне было бы породниться именно с Дипольдом III. Более того, в историографии такая существовала точка зрения очень долго, в XIX веке, что дочь Дипольда II и была женой Владислава I. Но она разбивается о цвефальтинские источники, и возникает вот фигура вот этой бергской графини, которая в связи со сказанным заставляет искать какой-то генеалогической связи между дипольдингами и иберскими графами. Той самой генеалогической связи, которая требуется вроде бы и календарем Гертруды. Потому что нужно объяснить, почему дипольдинги появляются. И вот тут надо мысленно провести, с моей точки зрения, вот линию, она здесь у меня не проведена пунктирчиком таким, от Дипольда II и Людгарды до Адельгейды, которая является женой Генриха I Бергского. Вот. Я не буду тратить время на обоснование вот этой филиации. Там есть они в основном ономастического свойства, потому что Адельгальда – это вот такое вот лейтнаме в роду дипольдингов, в частности. Вот. Но я предлагаю сейчас принять это как некий исследовательский постулат. Вот если мы такую линию проведем, то окажется, что Генрих I был женат на сестре родной Дипольда III, и, соответственно, Соломея была родной племянницей, и все ее дочери родными племянницами Дипольда III. Надо сказать, что Дипольд III к этому времени, к тому, когда эти браки все заключались, был достаточно молодым человеком. Ему было около 30 лет, и у него своих дочерей на выданье еще не было. И поэтому, значит, вот при желании побрачиться с роднёй Дипольда III пришлось удовлетвориться его племянницами, которые в большом количестве были налицо. И вот если так, тогда скажете вы, ага, ну что ж, тогда вообще замечательно, да, все объясняется с точки зрения традиционной генеалогии, и вообще ни о чем вопрос можно закрывать, так сказать, дело доказано. Но вот тут оказывается все не совсем так. Значит, следующая генеалогия. Или типа один. Ну, последнюю покажите, пожалуйста. А, нет, надо вернуться вот к тем, где вот эти все Соломеи и прочие штуки. Нет, еще раньше. Вот поэтому, вот. Вот давайте посмотрим повнимательнее на эту табличку. Смотрите, действительно, в предположении, что все эти записи в календаре происходят, либо возникли либо благодаря самой Соломее, либо ее дочери Гизеле, да, кому она передала, так сказать, вот этот кодекс, то, во-первых, непонятно что. Непонятно, почему Рехинца есть, одна сестра есть, а второй сестры нет, Софии, в этом поминике. А между тем София должна была скончаться раньше своего мужа Атона II, потому что когда Атон II гибнет в 1126 году в этой знаменитой битве при Хлумце против своего, значит, брата, пражского князя, сражаясь на стороне германского императора Лотаря III,
то сын его, Аттон III, малолетний еще отрочек, его увозят, значит, сторонники Аттона моравские на Русь. И он воспитывается на Руси, откуда возвращается с русской женой. И было бы это очень странным, если бы София была жива, и под боком была бы гигантская бергская и дипольская родня, вот тут пару километров через границу. Даже не нужно было через границу, потому что битва происходила сама на границе. Вот. А его везут, бог знает куда, на Русь, где никаких родственников нету. Вот. Все это заставляет думать, что Софии к этому времени не было в живых. И если так, то отсутствие Софии в этом поминнике вызывает первый вопрос, почему это так, при традиционной, значит, версии. А теперь Рехинца. Давайте посмотрим на ее потомство. Среди ее потомков кроме, значит, сына Владислава II и прочей, значит, публики, есть сын по имени Дипольд, чего нет среди потомства Владислава III. И вообще есть Депольд. Ну, Депольд, Теобальд, так сказать. Ну, по-польски, по-чешски он Депольд, но это ясно совершенно, что в честь Дипольда, значит, родственника. И вот это, и вот некоторый ряд других более деликатных соображений, благодаря этому устанавливается какая-то вот некая специфическая связь между фигурой Рехинца и фигурой Дипольда III. И действительно, если Дипольд III был посредником, то между, посредником между браком Владислава I, чешского князя, и Рехинцы, а не Соломеи Болеслава III, который сам заключался только потому, что на бергских графинях уже были женаты чешские князья, и брак с Соломеей заключался в контексте установления чешско-польского мира уже. То есть здесь совсем другие причины. Все, да? Тогда за 5 минут мне скажите, когда у меня останется 5 минут, чтобы я... Ну вот, и вот это вот специфическое положение фигуры Рехинцы, значит, и способно, видимо, значит, объяснить как отсутствие Софии, так и кое-что еще. Потому что Рехинца была... видимо, дама, которая сама не испытывала, не была столь ученой и набожной, как Соломея, и не испытывала, ну, не все же молятся по собственным молитвенникам и поминникам. Вот. И в свое время не внесла имя Софии в поминник. А когда, значит, после ее смерти все дело оказалось в руках Соломеи, то, соответственно, вносились только те памяти, которые смерти, тех персонажей, смерти которых случились в тот момент, когда кодекс находился уже в руках Соломеи. Это одно из соображений, которое, значит, вот, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. А теперь, значит, коли так, коли вот образуется некоторая такая тонкая связь между Рехинцей и Дипольдом III, теперь давайте вернемся к генеалогии Дипольда III и отметим финальную черту, и на этом я уже буду заканчивать, в этой генеалогии. Дипольдинги, вот последняя, последняя. Вот, можно было и раньше, но не важно, здесь тоже все есть. Дело в том, что Дипольд, трижды женатый, вторым браком, и именно в это время, то есть в десятые годы 12-го столетия, был женат, это, так сказать, это тоже в генеалогии, в историографии вопрос не фигурирует. То, что я вам предлагаю, это вот то, что мне... на что мне удалось набрести, был женат на Кунигунде,
дочери Кунигунды, вдовы графа Куна Бахлингского. Тоже любопытный персонаж, он сын Антона Нордхаймского. У него это свой куст проблем там возникает, но мы их не касаемся сейчас. Но главное в другом, что это та самая Кунигунда, мать ее, была та самая Кунигунда, которая была вдовой, вот, которую мы видели на этих миниатюрах, которая была вдовой Ярополка Изяславича Волынского. И теперь, прежде чем вот я произнесу финальное заклинание, я обращаю ваше внимание на последние молитвы в этом кодексе, на их содержание. Их там около 90. Последняя, там одна из последних, предпредпоследняя пространная молитва за Петра, вот там, где много раз произносится формула «Unicus filius meus», там княгиня молится, значит, за сына моего Петра, за воинство его, за, значит, победу над врагами и вот всякие такие вот прочие выражения, которые подсказывают, что дело происходит во время какой-то войны, в которой участвует Ярополк. Вот. Все молитвы, они примерно датируют 70-ми, вот, первой половины 70-го года. Значит, это, очевидно, вот та самая война 1085 года, когда между Мономахом, ну, вернее, между Всеволодом и Ярополком, когда Мономах берет в плен и Гертруду, и Кунигунду, а сам Ярополк бежит за помощью в Польшу. Следующие молитвы еще более выразительные. Там Кунигунда молится, значит, за Ярополка уже... Гертруда молится, да, уже не молится за сына, она не знает о его судьбе, жив он вообще или нет. За сына не... Но она, значит, молится за себя, там, и за всех тех, за кого я вынуждена, за кого я молюсь по собственной воле или по обязанности. И вот эта вот формула «или по обязанности» подсказывает, что она находится в том месте, где молится по обязанности. А какое это место? Монастырь. Где есть, так сказать, те персонажи, за которых она сама бы не хотела, может быть, молиться. Поскольку она здесь находится, за них молиться приходится. И это наводит на мысль, что эти последние, так сказать, вот молитвы написаны как раз, что естественно, в момент плена совместного ее с Кунигундой у Мономаха. И еще более характерный момент. На этом молитвы кончаются. Вот если Гертруда умерла аж в 1108 году, как считается, согласно традиционной генеалогии, получается, что дама, которая чуть ли не еженедельно испещряла молитвами, значит, вот, поля своей псалтири, после этого не только перестала писать, она и молиться перестала вообще. Это очень странно. Это все наводит на мысль, что вот этого плена-то Гертруда, скорее всего, не пережила. И вот в этом плену она и возвращение сына. Вот, потому что нет уже больше молитвы за Ярополка. Все, на этом все кончается. И где тогда должна была оказаться в таком случае псалтирь? Они вместе в одном монастыре сидят с Кунигундой в соседних кельях. У Кунигунды. И Кунигунда потом увезла ее в Германию, передала своей доченьке, которая потом была женой депозита. Ну и так далее. Это совсем другой маршрут этой псалтири. Вот, который точно так же хорошо объясняет весь комплекс существующих записей, как даже не точно так же, а может быть чуть-чуть даже лучше, потому что кое-что при традиционной генеалогии не получается. Там с Рехинцей, там и с Софией, и кое-какие детали еще мелкие. Во всяком случае, оказывается, что тот самый якобы решающий аргумент в пользу традиционной генеалогии о том, что вот кодекс был передан через Софию, через вдову Болеслава и так далее, оказался в руках Андоксмиранова и дальше в Чевидале, он оказывается и не аргумента вообще, а ему существует вполне альтернативная, а может быть даже кое-чем более убедительная версия, которая заставляет Гертруду умирать, значит, примерно одновременно со своим сыном, потому что Кунигунда вернулась после смерти Ярополка сразу в Германию, на родину, в 1086-87 году. И стало быть, тогда со всеми вытекающими отсюда последствиями. Короче говоря, вопрос остается по меньшей мере открытым.
Мне так кажется, что его пора закрывать, но поскольку, значит, вот этот аргумент существует, то я его, по крайней мере, хочу дезавуировать. Я понимаю, что я вам всем надоел, и вам хочется, чтобы его закрыли побыстрее. Вопросы все-таки. Спасибо. А, да, виноват. Тогда можно так объяснить, что записи Гертруды прекращаются потому, что Кунигунда с собой увезла. Нет, ну то, что она украла у своей свекрови псалтирь. Нет, ну если, с какой стати? Это псалтирь ее, по которой она молится всю жизнь. А тут в такой критический момент вдруг умер сын. Тут как раз впору и молиться за упокой души Ярополка. Вот писать «Упокой, Господи, душу невинно убиенного, дико ее с Ярополк, праведный, судьба Иова». На миниатюре написано. Ничего, ни слова. Александр Васильевич, а вдруг у нее катаракта, и она слепа? Нет, понятно. То есть есть альтернативы ее смерти? Ну. Можно вопрос большой уточнить? А сколько свободного места там? Свободного места полно. Вот. Надо сказать, что она не так, хотя и последовательно писала, но с пропусками, с такими. Нет, ну там очень много, там белых листов даже много. Не только с пустых полей, но белых листов. Есть. Да. Нет, это не потому, что кончилось место. Александр Васильевич, а можно всерьез вопрос? Все-таки как интерпретируется вот это ее упоминание о том, что Ярополк единственный сын? Так вот и хорошо интерпретируется. А, в традиционном гимне. Ну вот они там и крутятся по-всякому, что говорят. Ну это в смысле вроде бы, уникус в смысле такой вот уникальный в смысле своих качеств, вот такой замечательный, самый любимый. Вот я его так люблю, а других даже и думать не хочу, а вот только за него молюсь. Ну, с моей точки зрения, это просто не просто натяжка, а как бы супер такая натяжка. Но дело в том, что там существуют другие аргументы помимо этого, например, в Софийском граффити мать Святополча именуется княгиней. Понимаете, княгиней. И если она вот та самая Фридель, наложница, то княгине вроде бы как бы и не положено. Вот на это упирают еще. С моей точки зрения, я бы не хотел удаляться вот в эту сторону. Тут есть, конечно, тем больше на эту тему, на этом же семинаре я уже как-то говорил. Мне кажется, что, коль скоро это явно происходит либо из окружения Святополка, либо даже кто-то из его родни писал, вот, может быть, кто-то из дочерей или сыновей, это на хорах надпись, где княжеское семейство стоит. Вы согласны с тем, что Святополк сын Кухубина? Я не согласен, я эту тезис защищаю. Да. То есть он сын Гертруды? Нет. Гертруда не конкубина. Гертруда – единственная жена Изяслава. И в этом вся проблема. Если бы она умерла там где-нибудь пораньше, ну, говорю, ну, вторая жена там. Почему это наложница княгиня? А? Почему-то она наложница называется княгиня. Вот в этом и проблема. Вот я и говорю. Тогда вот и возникает вот… То есть, если бы этого ничего не было, тогда бы действительно не было бы проблем. Может быть, это единственная бы цитата из какого-то. Ну, вот пока… Пока не поп так вот пытается эту тему обосновать, он воздвигает целый такой Константино-Еленинский синдром у Гертруды, вот, из которого она исходит. Есть тема же евангельская, где Христос назван первенцем, как известно. Значит, из чего большая дискуссия идет между протестантами, ну, с одной стороны, пока вот этот аспект в дискуссию не был вовлечен, я сам не хочу его вовлекать, потому что это все не нужно мне совсем. Можно вопрос. Вот те приписки, о которых вы говорили, наверняка восстановлена какая-то логика, как они, композиционная логика, где они находятся, эти приписки? Потому что как где? Под соответствующим числом. Под числами. Ну, да? Конечно, это же поминик. То есть именно под числами. Да. И, собственно, все идентификации, которые жесткие произносятся, они потому что совпадают те числа, под которым эти имена в поминике Соломеи и в соответствующих синодиках, либо Диссенском, либо Цефальтинском, либо других каких-то еще. Их много. Это, собственно, и облегчает, это позволяет все раскрутить.
что все под числами. Вопросы.